Дорогие друзья, уважаемые посетители выставки Non-Fiction, 19-й по счету. Сегодня издательство «Бас-Лен» начинает первую из своих презентаций, посвященную выходу вот этого альбома, сборника под названием «Бич, 1917 год. События года в сатире современников». «Бич» начал выходить в половине 16-го года и продолжил свой выпуск до середины 18-го. За этот период журнал зарекомендовал себя как остро сатирический и, в общем-то, был довольно-таки популярен среди населения. В данный сборник вошли лучшие номера за 1917 год. Номера, которые сегодня являются раритетными, которые, в принципе, достать практически невозможно, я имею в виду подлинники. И вчера вечером данная книга победила в номинации «Выбор литературных критиков» и получила вот такую премию от ярмарки Non-Fiction. Сегодня в нашей презентации, в нашей дискуссии принимает участие Вадим Гусейнов, автор идеи, ее реализатор, художник, почетный член Российской Академии Художеств и историк Владимир Прохорович Булдаков. Поприветствуем наших авторов, главный научный сотрудник Института Российской Истории РАН. Первый вопрос, наверное, будет традиционным, который хотелось бы задать Вадиму. Чем вас вдохновил журнал «Бич» и как, в общем-то, реализовывалась идея? Все дело в том, что... Громче, да? Все дело в том, что в начале 20 века самым популярным сатирическим журналом был «Сатириком». И вот вокруг него формировалась масса замечательных, интересных молодых художников, которым в рамках одного журнала становилось тесно. И в конце 16-го года появился фактически такой юный сатирикон под названием «Бич», в который вошли замечательные кадры, проявившие себя, пожалуй, может быть, даже чем-то лучше, чем старые сатириконцы. Молодые талантливые художники, главным из которых был, безусловно, Дени, будущий основоположник советского агитационного плаката. Вот. В эти годы он вот, творил в области такой синтеза, я бы сказал, карикатуры, шаржа и каламбура даже, потому что придумывал самые многие сюжеты. Поскольку
действительно направленность бича была остросоциальная, сатирическая, то в 17 году вот эти вот качества молодых и острых художников, они проявились в полной мере. И журнал оказался одним из самых интересных и самых актуальных в 17 году. Поэтому как в его графике, в его иллюстрации можно проследить все основные этапы вот этого рокового 17-го года. Сложно. Собственно, на этом и построено все издание. На том, что мы можем увидеть здесь основные события, основных исторических персонажей. И подано это в достаточно интересном эмоциональном ключе, что придает этим событиям какую-то вот такую хорошую эмоциональную окраску. И их можно не только понять, их можно как бы почувствовать за счет того, что это вот наполнено личностным отношением художника, который не только свое личное как бы отношение, а общество, ситуацию вот того времени выражал в этих рисунках. И это позволяет окунуться в ту среду не просто посмотреть на эти события, а как взглянуть действительно глазами современников и понять не только уму, но и себе. Вот, собственно, поэтому это издание было сделано. А скажите, пожалуйста, Вадим, а насколько удавалось редакторам Бича, его сотрудникам успевать за вот теми изменениями, которые происходили в стране, в общем-то, за этими калейдоскопическими, в общем-то, калейдоскопом событий, насколько удавалось быстро реагировать и, в общем-то, схватывать момент? Вот это вся прелесть этого издания, что реагировали очень быстро, практически моментально. И те, опять же, иллюстрации, которые мы видим, теперь это уже иллюстрации истории, к событиям того времени, они были абсолютно на злобу дня, они были в то время максимально актуальны и быстро. Да более того, на рассопережение. Вот здесь на переплете как раз существует одна из цитат Амфитеатрова, где он говорит о том, что мы вроде бы только придумали, сделали нечто абсурдное, а раз, оказывается, это появилось в жизни, а мы как бы вроде бы и пошутили, но с некоторым опережением фактически предсказали события. Вообще, на самом деле, любопытно, потому что некоторые моменты этих пророчеств, как ни странно, появляются в этих карикатурах. Пророчество о том, что революция, в общем, это не только такой радостный праздник, как это было понято и показано в номерах, скажем, весенних, сколько, в общем-то, это и трагические события. Вот осенние номера, летние, они уже говорят именно о том, что не так все это просто и тяжело, эта ситуация для страны и для людей, которые в ней живут. Я опасаюсь, как бы не произошло краха. Уже появляются какие-то вещи, я бы сказал, ну, близкие уже к политическому плакату, к пониманию ситуации и призывам как бы осмыслить эту ситуацию уже. И немножко, может быть, остановиться, изменить как-то политику. То есть определенная попытка даже повлиять на политику правительства и показать, что Россия-то на рубеже великих свершений и каких-то, возможно, роковых перемен. И вот это можно тоже увидеть накануне октябрьских вещей, а после октября там вплоть до каких-то личных вещей, потому что есть, например, там даже стишок про господина Генриха Егоду, который тогда был главным редактором газеты «Деревенская беднота», и вот говорят, что пошутили так по этому поводу, что вроде это все ягодки, а вот, в смысле, цветочки, а ягодки-то ждут впереди. И действительно, тот же Генрих Егоду, как создатель ГУЛАГа, ягодки показал бы это впоследствии. Друзья, хотел еще упомянуть, что помимо того, что здесь собраны лучшие номера за 1917 год, данная книга разделена на 12 месяцев, и каждый месяц сопровождает обстоятельная статья доктора исторических наук Владимира Прохоровича Булдакова. И, безусловно, данный сборник является не только и не столько
карикатурным, сколько фактически исторической попыткой понять, что же происходило в 17 году, попыткой вновь вернуться, в общем-то, спустя фактически сегодня 100 лет и один месяц по старому стилю, после революции. Вот сегодня мы попытаемся с вами еще раз понять, собственно, как события могли бы повернуться или не могли, как история сложилась и почему она сложилась именно так. Владимир Прохорович, в связи вот с тем, что после уже даже революции 5-го года появилось много сатирических изданий, журналов, газет, которые довольно-таки быстро закрывались. Вопрос такой, после окончательной отмены цензуры, насколько пресса ощутила, насколько быстро она ощутила свободу и ею воспользовалась? Спасибо. Слышно? Что-то... сейчас нормально. Но прежде всего я хотел бы сказать, что книга блестяще сделана в полиграфическом отношении. Прежде всего это касается обложки. Здесь воспроизведена обложка, которая относится к июлю 17 года. Это только одна сторона обложки. А вот другая сторона – это другой лик революции. Первая сторона – это восторг по поводу свершившегося, а вторая сторона – это разочарование в том, что революция дала. Так бывает обычно. Но теперь, что касается вот этого самого вопроса. Конечно, отмена всяких цензурных ограничений, а это произошло как раз после падения самодержавия, в общем-то, вызвало волну, я бы сказал, разнузданность. Прежде всего, это коснулось императорской семьи. Вот очень значительная часть этого самого альбома посвящена карикатурам на Распутина, Александру Федоровну, ну и самого Николая II. Надо сказать, карикатура очень выразительная. Мы сегодня, как известно, в средствах массовой информации, особенно на телевидении, Николай II предстает в совершенно ином виде. Но вот здесь показано, как на самом деле люди воспринимали и относились к Николаю II. Конечно, это не объективно, но из этого можно заключить, что падение самодержавия, в общем, было чем-то совершенно предопределенным. Потому что восторги были неописуемые по поводу события. Ну и, прямо скажем, не обошлось без издержек. Целые ушаты грязи вылились на царскую семью. Вот здесь вы можете посмотреть на Распутина, как он вообще выглядел, каковы были взаимоотношения. Надо сказать, что Пич был не единственный журнал, где публиковал такого рода карикатуры. В общем, были, пожалуй, даже и похлеще. И так что тогдашняя журналистика, она в полной мере воспользовалась вот предоставившейся возможностью. Но не обошлось без перехлёстов. Вот так бы я ответил на этот вопрос. А удается ли проследить по содержанию журнала, что редакция придерживалась каких-то определенных политических взглядов, или это, в принципе, была чистая сатира без каких-либо вот политических пристрастий? Вы знаете, редакция, конечно, во главе с Амфитеатровым придерживалась определенных политических взглядов. Начиная где-то с июля 1917 года, здесь, в общем-то, началось, если раньше высмеивалась царская семья, здесь в основном начались нападки на большевиков. Ну, сказать, чтобы они были объективны, тоже вряд ли приходится. Но чрезвычайно интересно, как вот менялся облик. Да и вообще не только большевиков это касается. Это касается всех политических деятелей того времени. Можно проследить, как, допустим, Александр Федорович Керенский терял свою харизму. Кстати сказать, что интересно, очень с большим трудом удавалось воспроизвести его облик. Как-то он не получался на карикатурах. В
все остальные деятели революции похожи. А что касается Керенского, он как-то не похож. Только, пожалуй, к концу года он стал походить на карикатуру на самого себя. Это тоже очень любопытный момент. Так вот, что касается политического направления журнала, это, конечно, я бы сказал, леволиберальный такой журнал, даже социалистически можно сказать, там высмеивался в свое время не только Ленин, но и, допустим, Корнилов. Аж есть карикатура, где Ленин изображен вместе с генералом Калининым. Называется, по-моему, уже точно не помню, «Два сапога пара». Считается, что и тот, и другой, в общем, приведут революцию, имеется в виду демократическую революцию, к краху. Это очень любопытный момент и весьма выразительная фигура. Вообще, надо сказать, Ленин в 17 году и изображался в основном в виде китайского болванчика, других сатирических изданий. Было такое. Здесь немножко это заметно, но здесь он, я бы сказал, побольше похож друг на друга. Ну, высмеиваются и другие политические деятели. Допустим, известный украинский деятель, член Центральной Рады Владимир Винниченко, писатель-драматург. Имеется карикатура, где он, значит, на фоне каких-то порнографических картинок. Почему? Да потому, что он считался порнографическим писателем. И вот этот момент обыграли. Ну, конечно, в общем, здесь политическая направленность этого ясно прослеживается. Потому что в 17 году считалось, что Украинская Рада – это, в общем, пристанище всевозможных сепаратистов. Хотя к середине 17 года это, безусловно, несправедливо. И так далее. В общем, примеров можно привести много. Здесь также изображено, как закатилась звезда Милюкова. В общем-то, можно проследить по этому журналу, кто из политиков какие шансы имеет на будущее, скажем так. Ну, насчет Ленина журнал несколько ошибся, прямо скажем. Что интересно еще, Троцкий здесь почему-то совсем отсутствует. Немного, относительно немного. В общем, этот момент, конечно, отражен. Но лично для меня этот журнал, вообще вот это издание, представляет интерес в другом отношении. Вы знаете, для нас, тех, кто занимается не только историей революции, но и историей вообще начала 20 века, перед нами стоит очень простая, очень сложная задача – преодолеть отчуждение современного человека от событий столетней давности. Ведь если взять то, что можно встретить в современных средствах массовой информации, это просто волосы дыбом встают. Повторяются в полной мере все глупости, весь набор всевозможных глупостей столетней давности. Типа там Ленин, немецкий шпион, и так далее, и тому подобное. В общем, все это присутствует. Ну, естественно, то, что Александра Федоровна, она вообще с Кайзером там это сотрудничает, спецра с Путиным сотрудничает с Кайзером. В общем, все это самое приятное на тех лет. И вот, что в наше время чрезвычайно важно, попытаться передать, хотя бы с помощью таких журналов, атмосферу тех дней. Что касается меня, то комментарий помесячный, вот как раз это я стал перед тобой вот такую задачу. Показать, с одной стороны, что было на самом деле, что было воображение, а вообще всякая революция – это разгул воображаемого. В общем, все это показать, чтобы человек все-таки почувствовал, что тогда происходило на самом деле. Потому что смотреть современные кинофильмы о революции, ну, вообще это дикость, попросту говоря. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Хотя на эту тему можно говорить до бесконечности. Спасибо. Вадим, вопрос к вам. Только ли политика и политики интересовался бич? Или же какие-то темы из повседневной жизни также были отражены на страницах журнала? Ну, они старались реагировать на все социальные проблемы того времени. Конечно, поскольку 17-й год в основном общество было сильно политизировано, политиков здесь очень много, и замечательных карикатур и шаржей,
хороших, смешных, познавательных, на них много. Были, конечно, социальные вопросы. Вот, когда я, скажем, карикатуру Ильича, я сам для себя, например, узнал, что в России, оказывается, в 2017 году должен был ввестись подоходный налог вместо подушечного. То есть тот, который мы платим сейчас. Оказывается, это была реформа продумана Николаем II. И не случилось только благодаря революции. Но карикатура на эту тему есть, например. Вот, но на самом деле социально-бытовые вопросы вот до февраля 2017 года, они насыщают журнал, там есть вопрос, конечно, как политический, часто связанный с Чикаго и министром, а есть чисто социально-бытовые, связанные с нефактом продовольствия, жилищным вопросом, со спекуляцией, с инфляцией, вот такого рода. Собственно, с развитием революции в России эти темы несколько уходят на второй план, на первый план уже политический. Знаете, действительно, все вот эти социальные вопросы представлены весьма-весьма полно и, я бы сказал, хорошо. Вы знаете, наверное, все, что февральская революция началась с бабьих утром, которых как, женщинам не хватало в Петрограде, попросту говоря, хлеба. Но такое было не только в Петрограде, в многих других городах. Вот. Эти моменты, в общем-то, здесь отражено, дело даже не в хлебе. На протяжении 17 года не хватало буквально всего. Ну, в частности, галош. Возникали, вот в Москве были самые настоящие галошные будки. Ни много, ни мало. Можете себе представить. Ну и, естественно, спекуляция. Вот это тоже проблема очень всех беспокоила. Недаром Ленин, придя к власти, говорил, расстрелять спекулянтов и так далее. Ну, понятно, что это была риторика чистой воды. Но, тем не менее, спекулянт вот казался врагом. На этой почве и антисемитские настроения были весьма сильны. И в большей или меньшей степени вот здесь картинка, которая изображает так называемых мародеров тыла тогдашних. То есть людей, которые наживались на войне. А таких людей всегда в России хватало. И наживались на войне не, даже не столько в 17 году, сколько в предыдущее время. Вот это было всем достаточно хорошо известно, здесь вот это отражено. Вот тоже спекулянтов отправляют за решетку. Вот, на самом деле, не очень-то удавалось это, прямо скажем, потому что в значительной степени судебная система, и особенно милицейская система, была парализована. Сложностей хватало. Практически в 17 году Россия оказалась неуправляемой во всех отношениях. Ну и что касается меня, я со своей стороны попытался вот это тоже показать. А насколько вот при дефиците жизненно необходимых товаров редакции удавалось соблюдать периодичность выпуска журнала? И вообще сохранять качество издания? Ну, вы знаете, качество издания – это особый вопрос. Вы не думаете, что на самом деле все выглядело так красиво, как вот в этой самой книжке. С качеством-то было тяжело в то время. И это касается не только этого журнала, всех тогдашних журналов и газет. Вот. Это легко прослеживается, если их полистать, понимаете, я до того, как... В общем-то, все тогдашние сатирические журналы я видел живьем, что ли, не знаю. Это заслуга Вадима, конечно, то, что он привел в такой вид, что вот их можно смотреть. Вот. А так с качеством было плохо. Насчет периодичности тоже своеобразно. Только к концу 17-го года вот эта периодичность стала нарушаться, появились сдвоенные какие-то номера, ну и тому подобное. А так журнал держался. И другие журналы тоже держались. И в 18 году, ну, конечно, постепенно большевики стали зажимать, руки добрались уже, и в конце концов, в общем-то, журнал прихлопнули. Вот так вот дело обстояло. Вадим, скажите, пожалуйста, а кого бы вы выделили из художников журнала и писателей, поэтов? Вы знаете, это вот альбом сопровожден, на мой взгляд, очень неплохим именным указателем, вот, в том числе и проиллюстрирован. Вот. И здесь как раз прописаны вот эти вот художники, которые здесь работают, будут на самом деле замечательные. Потому что
тогда не может говорить, он был фактически главным художником, художественным руководителем, как тогда назвали журнала. Вот. И, в общем, личность, уже вошедшая в историю, по крайней мере, нашей страны. А так Робот Шен замечательный художник, театральный, впоследствии художник, народный художник СССР, это Бобышев, вот, кстати, его иллюстрации здесь на обложке от «Дажа Медени». Вот это замечательный совершенно такой импрессионистического плана, но очень острый замечательный художник. К сожалению, у нас его плохо помнят. Вот. И работали совершенно еще такие замечательные карикатуристы и даже просто художники замечательные, такие как Сварог, который впоследствии стал организатором ни много ни мало студии Грекова, вот, и ее первым руководителем. Так что тут, в общем, есть на кого посмотреть и о ком почитать. Вот, тем более, что работы как раз вот этих вот людей были сделаны и опубликованы в этих журналах до того, как они достигли, в общем, уже какой своей значимости. Это как раз именно молодые творческие люди, еще не обремененные никакими званиями и дополнительными какими-то общественными обязанностями. Они свободно рисовали на тему сегодняшнего дня, это само по себе тоже любопытно. Дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, то вы можете их задать нашим авторам. Вопросов нет? Рассказали про Егода, очень интересные сведения, о которых я даже не знал. Оказывается, он был журналистом до этого, но как-то меня проникнуло, хотя эта личность интересует. Нет, это действительно так. А вот интересно, как сложились судьбы этих художников? Ведь наверняка кто-то из них переметнулся на другую сторону. Наверняка кого-то расстреляли, потом фабрикировал волны террора, потом, может быть, кто-то погиб в Ренасталинской зачистке, кто-то оказался в эмиграции, знаете, а кто-то, наверное, карьеру сделал в Советском Союзе. Именной указатель действительно достаточно развернутый, действительно судьбы у них сложились совершенно по-разному. Вот. Ну, можно сказать так, что треть авторов, как художников, так и литераторов, погибли в сталинских лагерях на сталинских этапах. Небольшая часть эмигрировала. Вот, и были достаточно успешны в эмиграции, ну, взять того же Амфитеатрова, например, который в итоге прожил свою жизнь, бежав, кстати говоря, из Петербурга, практически почувствовав, у него было замечательное, у Амфитеатрова, замечательное аналитическое чувство и предвидение ближайшего будущего, он почувствовал, что когда сейчас здесь, в России, он настанет конец, он с семьей просто-напросто сел в лодку в Петрограде и ночью, фактически без средств, на весельной лодке переплыл в Финляндию со всем семейством. Вот. Но в результате за рубежом у него жизнь сложилась вполне удачно, и закончил он ее уже, дайте памяти, в 40-м или 39-м году в Италии, в Ливорно. Вот. Ну вот, были такие судьбы. А кое-кто вполне хорошо устроился и советской, скажем, власти. Но надо сказать, что это не лизоблюдо, это действительно люди творческие, которые просто были востребованы. Которые востребованы бывают вообще, в принципе, при любой власти. Вот. И вот в именном указателе он достаточно развернут. Да? В принципе, приводятся те сведения, которые мы о них знаем. Вкратце, но, в общем, достаточно полно, тем не менее. Вот. А если, вот, скажем, Сварог, он действительно тоже был успешен, хотя война по нему тоже прошла серьезным катком, потому что в эмиграции он получил очень серьезную травму головы, и будучи даже вот руководитель студии Грекова творить после 42 года не смог, потому что действительно была серьезная травма головы, прожил еще несколько лет, но уже был недееспособен. То его коллега по журналу, скажем, Фазин тоже очень интересный человек, это старший брат, младший у него, собственно, сам это был Илья Ик, небезызвестный. Вот. Средний брат был художник Маф, а вот старший брат тоже был художником, его знает у нас не очень хорошо, потому что он тоже эмигрировал, жил в Париже, во Франции, занимался фотографией, очень успешно занимался фотографией, но он был еврей. И когда пришли немцы в Париж, то закончился это, в общем-то,
как и для многих людей этой национальности, печально. Для него закончилось, для него и его жены, к сожалению, восстановится. Ну, поэтому судьбы здесь разные, здесь об этом тоже можно прочесть. Книга это содержится. А насколько в 17 году коллектив Бича представлял единое творческое целое? Позвольте прокомментировать этот момент. Вот что касается художника Денисова. Вот. Он известен еще знаменитым плакатом «Товарищ Ленин очищает землю от буржуазии». Ильич стоит на земном шаре с метлой и, значит, это самое. Понимаете, время было тяжелое. Художники, не только художники, литераторы работали на заказ. Это была проблема выживания. Разумеется, здесь не найдешь ни Курлюка, ни Маяковского. Левые художники, они и поэты, писатели, авангардисты, они, в общем-то, работали отдельно. Пролеткульцев нет, а, в общем, здесь люди такой демократической ориентации, я бы сказал. Вот таким образом, а судьбы их действительно сложились по-разному. Вот это Денида, это тоже Денида. Ленина изображает. Ну, здесь он до себя не помнит. А, сверху похоже, да. А, ну да, 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 это тоже практиковалось. Здесь просто проиллюстрирую. Каламбур здесь такой маленький Троцкий в голове пролетариата, поскольку он стал председателем Петроградского, да, совета. Вот, и тут, соответственно, отработан каламбур «Вош пролетариат». Друзья, есть ли еще вопросы нашим авторам? Вопросов нет? А что бы еще вы отметили вот особенного в журнале «Бич» все-таки по сравнению с другими изданиями? Или все, или в принципе он не выделялся сильно на фоне? Я бы сказал, он очень основательно выделялся. Он вполне конкурировал с новым «Сатириконом». Почему-то считает, что новый «Сатирикон» — вот это лицо. На мой взгляд, это далеко не так. И, кстати сказать, в этом году я посетил множество выставок, где воспроизводились карикатуры из различных журналов. И что меня поразило, вот в начале года, весной, в музее современной истории России, бывший музей революции, там в основном, значит, оказались карикатуры из Бича, что интересно. Вот, меня это так это порадовало. То есть Бич был очень-очень востребованным журналом. Может быть, самым востребованным, потому что тиражи не раскрывались, как там было с этим делом, я не могу сказать, но Бич действительно привлекал внимание. Вот так бы я ответил на этот вопрос. А насколько сегодня сохранность? Трудно сказать, понимаете, вот в Ленинской библиотеке есть комплект журналов, ну, как сохранность? Помимо всего этого, еще и, как принято у нас, библиотечные штампы стоят, вот прямо на обложке везде. В общем-то, журнал, ну, в неплохом, конечно, состоянии, но все-таки не самым лучшим. Но комплекты есть полные, не только в Москве, но и в Питере тоже. И другие журналы тоже достаточно полно представлены. Издавалось в 17 году, на мой взгляд, около десятка сатирических журналов. Только в Москве и Петрограде издавались еще журналы в провинции. Но в провинции очень часто, попросту говоря, крали то, что было уже в столичном журнале. Случалось и такое. Вот такая была ситуация с сатирическими журналами. Но надо сказать, что 17-й год — это вообще разгул и сатиры, и поэзии, потому что все газеты, особенно газеты не политические, так называемые демократические, они направо-налево всех поливали как могли. И без этого. И стихов тоже хватало. Вот в «Биче» представлены сатирические стихи. Достаточно много. Ну, всякие. Есть удачные, есть очень хлесткие, есть менее удачные. Но это обычно лицо вот того времени. Во всяком случае, Бич на фоне остальных журналов безусловно выделяется. Вне всякого сомнения, что касается
Вадима и редакции, то они, безусловно, сделали очень правильный выбор. Спасибо. Насчет соперности, я хотел бы сказать пару слов, потому что это была одна из задач, собственно, этого издания. Поскольку материалы журнала «Часа» с самого начала мыслились как однодневные в общем издании, как издание сиюминутного дня, то часто действительно материалы были не самые лучшие для того времени. Да и время, особенно конец 2017 года, последние журналы печатались чуть ли не наверточной уже бумаги. Вот на сегодняшний день их сохранность печальная. Бумага просто ломается, то есть они физически начинают рассыпаться. Вот. И чтобы вот это не кануло в лету, чтобы это осталось, собственно, вот это была тоже одна из задач вот этого, издания, чтобы это осталось, чтобы это видели, чтобы это не исчезло. В общем, как определенный культурный слой, так и осталось с нами. И мы могли всем этим пользоваться, получать от этого ту самую необходимую информацию, которую они, собственно, и несут. Дорогие друзья, у нас еще есть, по-моему, вопрос. Кто-то хотел задать вопрос, и подходил. Подойдите, пожалуйста, сюда, потому что микрофон не дотягивается до вашего места. Здравствуйте. Скажите, как сложились судьбы от редакторов и главного редактора издания уже после 17-го года? Знаете, про амфитеатров я только что рассказывал. Собственно, был главный редактор. Но редакторами вот в начале года был Бухов. И судьба у него сложилась так, что, собственно, жизнь его закончилась в 37-м году, как и у многих, к сожалению, деятелей культуры. А вот амфитеатров, он мигрировал. Что касается амфитеатров, надо сказать, что он издавал еще ближе к октябрю 17-го года, точнее, пытался издавать газету под названием, если не изменяет память, «Свобода». Вот. Но эта газета не была популярна особенно. Ну и, в общем-то, кстати сказать, очень много издавалось газет однодневок, так называемых. Но они не совсем были однодневки. В общем, существовали несколько выпусков. Это было в конце 17-го года, а на протяжении первой половины 18-го года вот масса была таких газет. Друзья, я хотел бы, наверное, уже перейти к автограф-сессии. Если кто-то желает приобрести или ознакомиться с данным изданием, вы можете это сделать вот в противоположной от меня стороне. Вот девушка там с экземплярами. Еще раз, точнее не еще раз, а процитирую Владимира Прохоровича: чтобы преодолеть отчуждение от событий столетней давности, мы можем с вами ознакомиться с этим прекрасным изданием «Бич» 1917, в котором собраны лучшие номера журнала за 1917 год, за год, который во многом предопределил дальнейший ход событий российской истории на многие-многие годы. Если у кого-то еще есть вопросы, вы, в принципе, можете подойти и задать. А так мы начинаем, наверное, автограф-сессию. Я вижу, уже у некоторых есть экземпляры, они их готовы подписать. Поаплодируем нашим авторам, поблагодарим их за участие в дискуссии, в обсуждении очень интересного проекта, который, еще раз напомню, вчера получил премию ярмарки «Нонфикшн» в номинации «Выбор литературных критиков». Ура, товарищи! Кто хочет подписать, подходите, пожалуйста. Если кто-то не успел приобрести книгу, то вы это можете сделать здесь, напротив меня. Если вы пока не решились, но это захотите сделать в последующие дни, это вы можете всегда сделать на стенде издательства «Баслен» К-18. Ну, это тоже правильно. Чек, это же Россия, поэтому чек нужно все правильно. Нет, не понимаю. Нет. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, сегодня наша встреча посвящена презентации книги «Бич 1917».